Надо было вначале так делать. И она такая бесполезная, такая. Я имею в виду, на кирпичах там так удобнее просто. Туда делать на шпык. Отлично, пожар как типа устраиваем. Фига. Это надо как типа резко делать, да? Чтобы она сожглась. Да-да, в эфире. А вот сейчас в телефоне, в контакте, все, я смотрю, помогите. Какая волна?
Костер снимаю. Он не разгорается. Значит, это на масляной основе, поэтому нормально горит. А это валить надо постоянно. Да, возьми ключ у меня, а то он просто потеряет. А я ее обыскал, кстати, дай что ли не знаю. Я встану, покажу тебе. Ну, я пошла в туалет. Полина есть? Второй соптер. А, пакет? Руку на себя, на себя руку. Он здесь салфетки, где телефон, видишь? Под себя смотри, под себя. Телефон, Так а вы что, выпили уже и колу, нет, и пепси? Нет, кола осталась литровая еще. Нет, вот лишь пепси. Да. А там что вам выпили? А? А, лимонад я брал, да. И не люблю черноголовку. Это реклама, я не люблю черноголовку. Какими санкциями, походу, к вас скоро будут? Да не, я вам гляжу, уже и фанту заменили, и колу заменили чем-то другим, так? Вот. Не, они, видишь, они тоже хитрожопы. Меняют название. Как они сейчас колу заменили? Фантола сейчас появилась. Вот, смотри, Марина. Нет, какие? Вот. Или русские буквы. Вот, теперь работает отлично.
Так. Это ВКонтакте прямой эфир. Написал название на приводе. Вот как раз я и говорил, что можно камеру поворачивать во время стрима. Ну, типа, все равно записываешь, но просто меняешь расположение камеры. Зато ВКонтакте все сохранится. Без ограничений памяти, как говорится. Пожалуйста. Может быть, и из-за музыки может быть плохо слышно, но настроить я смогу. Убрать его музыку. Все здорово. Да, посниму. Здесь только тяжело подниматься, чем опускаться. Ну, там люди. Все перестроились. Ну, люди тоже. Здрасте. Можем отснимать. Я... Заныр, заныр. Хорошо. Я в ВКонтакте снимаю. Не переживайте. Я только для себя делаю. Ой. Вот тут подниматься здесь очень тяжело. То, что Таня назвала это место, так и есть. Внизу там тоже люди переустроились. Тоже люди там переустроились. Внизу. Там, где мы купались. Там уже съел, сейчас не запомнил, да? Что, за что вам? Ой-ой-ой-ой. Жар сильный. А как? Не, бесполезно. Она сейчас испарится момент. Просто это, купить чаще надо. Внутри
Макс зажигает просто костер от комаров. Привычно. Ну, зона комфорта, но еще. В Москву приеду. Я музыку вырублю. Там есть там кто-то вырубать. Помнишь, я тебе показывал, Макс? Чтобы там просто голос остался. Просто вроде Ютуба, а ВКонтакте можно то и другое, она никак не повлияет, да? Не, ну честно, то, что я точно, честно, для меня мамулька, это дорогое, до такой степени, что я не могу. Я знаю, что за ней присмотр, вот как сейчас. Присмотр, да. Соседка, да. Но она ходит там, или как? Ты уверен мне? Она, понимаешь, она мне даже, она мне полжизни маму заменила. Она мне полжизни маму заменила. Она сама везде моталась постоянно. Тут же там, да, вон там, я не знаю, куда мы так ездим. Ну что, картошки сгорели, да? Кстати, там, блин, я даже боюсь да открывать там. Так, так, картошки. Ну там еще горят. Моя бабушка очень, конечно, очень дорогая. Смотри. А, вот фольга, видишь, подгорела, это значит, она немножко уже здесь подготовлена. Ага. Мы по фольге еще делаем тоже эти выводы. Естественно. Только еще надо как-то перевернуть. Так речь, Денис, о том, что видишь, мы хотим как бы... Тебя сюда подтянуть, чтобы там как бы один не остался, блин. Я понимаю, ты там не один, там, ну, все-таки Мишка там. Но перспектив, да, и как бы... Ну ты, Миша, больше перспектив. Я не понимаю, что вообще я не сбиваю. Блин, завтра ты... На самом деле, да, оно в городе. Я не имею этот город. Да, да, да. Вот обычно, вот да. Так они уезжают на работу опять вахтами и все время все. Ты где? Я в Москве. Постоянно в Москве. Ну, ну отдыхать-то хотя бы нужно. Отдыхать-то они могут дома, а работа, видишь, деньги все в Москве. Ну да. Вот о чем речь. Хочется жить в своем, как говорится. В городе, да? А если нет заработка, как жить, блин? Выживать, значит, надо. Ну, сейчас в большинстве мы так и выживаем. Зарабатывать деньги, и все вот выезжают из города в город. Вот такая жизнь у нас стала. Тем более в Астрахани это вообще дешевый труд. В Астрахани? Там отдыхать хорошо. Ее хватит меня снимать, я как черепаха, выебываю через вот эту матрас, он не снимает. Я же полчаса вот так сижу, не могу встать. Все похуй. О, большой корабль выплыла. Что будет, вот, уже поздно, я пропустил ее. Я полчаса уже стою. Блин. Я большой корабль пропустил. Ваня, который уплыла. Давайте помогу, я что сказал. Уже поздно, я уже подсохал. Да.